Меня зовут Владимир Кондратьев. Я учусь на совместной программе Новосибирского государственного университета и Телеком Париж, дающей два диплома. Я являюсь стипендиатом стипендии Патрика Драйи, которая присваивается фондом Минтелеком и предназначена для студентов с предпринимательскими наклонностями. Я из НГУ. НГУ — это прекрасный вуз в научном центре Академгородке города Новосибирска. Это один из лучших вузов России, он занимает третье место в рейтинге QS. Я учился на механико-математическом факультете по направлению теоретическая кибернетика. НГУ дал мне широкую базу математическую и открыл глаза на мир науки, математики и ее приложений в жизни. Я узнал об этой программе от координатора обмена между моим вузом и Телеком Париж. Она рассказала мне, что это маленькая престижная школа с большим количеством профессоров здесь и особенным отношением к студентам. Я сам посмотрел статистику и действительно убедился в том, что это одна из лучших инженерных школ Франции, лучшая по компьютерным наукам во Франции, ну и одна из лучших маленьких школ в мире. Меня также впечатлила близость Телекома к компаниям, к индустрии и подготовка студентам к работе. Большой выбор курсов. В прошлом году я выбрал курсы анализа данных и обработки изображений, но был выбор из 20 разных направлений в приложении к финансам, информатике, компьютерным наукам и чистой математике, прикладной математике. Сейчас я учусь в Институт Политехник де Пари. Это университет, который позволяет мне ходить на курсы в другие институты и слушать лекции преподавателей, находящихся в науке сейчас. Мы делаем проект, исследовательский проект с ребятами из Телекома по статье, которая сегодня будет опубликована в Neurips. Это самая большая конференция по машинному обучению в мире. Я бы сказал, что у меня вызвало удивление и понравилось отношение к учебному процессу у студентов и преподавателей. Здесь все направлено на практику и есть возможность научиться использовать системы, актуальные сейчас в индустрии. Тут очень активно развита жизнь ассоциаций. Есть ассоциации, посвященные, например, спорту. Я вот играю в баскетбол с ребятами из Телекома и других вузов, что очень помогает интегрироваться в жизнь Франции. Есть организации, посвященные другим вещам, как, например, студенческая жизнь Телекома. И вот когда я приехал в первую неделю здесь, у нас не было учебы, и нас просто знакомили с культурой этой школы. Есть и менее серьезные клубы, можно дегустировать сыры, вина, играть в шахматы, заниматься музыкой, жарить мясо на гриле. В общем, каждый может найти что-то себе по интересам. Также очень доступны выпускники школы. Я могу контактировать человека в компании, которая мне интересна, или в какой-то исследовательской группе, и все очень отзывчивые мне расскажут, как попасть, трудоустроиться, помогут с процессом отбора. Телеком — это прекрасное место. Если хотите найти себя, то приезжайте, не сомневайтесь.